В муниципалитете продолжается реализация президентской программы социальной газификации. В этот раз работы по подведению голубого топлива начались в деревне Таболово. Предстоит проложить около 1,5 километра газопровода. Срок выполнения не более месяца, так что к Новому году тепло здесь появится в 13 домах. Сейчас работы на старте, и проводиться они будут в любых условиях, даже при серьезных минусовых температурах. Бригада из 4 человек, экскаваторщик. Сейчас будем еще усиливать по технике, то есть будет у нас еще экскаватор-погрузчик. Будем производить земельные работы с участием экскаватора. И будет еще у нас запланированная прокола, то есть ГМБ методом горизонтального бурения. В планах у газовщиков на декабрь еще Мисайлово, Молоково, Ощерино, Мамоново, Боброво и Видное. Всего в Ленинском городском округе в рамках программы в 2021 году уже проведено более 12 километров газопровода. Работы выполнены в 44 населенных пунктах. Напомним, что подключиться к программе социальной газификации очень просто. Это можно сделать на сайте или в офисах Мособлгаза.